Никакого образа. Смотри, так это джаз, это фьюжн. То есть, что такое фьюжн? Фьюжн — это сплав. Это сплав джаза и рока. То есть, грубо говоря, чувак наваливает джаз просто с дисторшеном и все. Поэтому это обычный классический джаз. Ты включишь джаз, там тоже у тебя будет какая-нибудь вот такая штука, да, типа там. И все, то есть, конечно, там не будет какого-то прям хита, как вот здесь там Big City, то есть такого нету, и поэтому это просто другой тип музыки, именно когда постоянно валилово идет и все.